Привет! Хай! Йоу! Всем здорово! С вами, как обычно, Даня Океанов и ваш любимый канал Good Time Channel. На календаре уже месяц ноябрь. И как вы наверняка знаете, ноябрь не притябрь. И именно поэтому я выгляжу как человек другой расы с бородой и одной бровью. Ну ладно, пошутили и хватит. И сейчас надо-ка убрать это безобразие с лица. Вот так другое дело. Я хочу сделать небольшое объявление. На нашем канале вышло новое шоу. Ну точнее не шоу, а скорее всего рубрика, которую вы уже смотрите. Здесь я и Макс будем рассказывать разные интересные и смешные истории из нашей жизни. Надеюсь, получится необычно. Ну вот, я вам немного вкратце рассказал, и теперь приступим к самой истории. Дело было совсем недавно. Мы с Максом снимали ночью воскресный влог. Если вы уже его посмотрели, то знаете, что мы там рисовали на стенах. Идем мы, значит, ночью, уже все отснимали и по пути домой к Максу рисовали немного на стенах. Я начал тегать, ну, то есть рисовать на стене КТЧ. И вдруг Макс заметил, что едет вдалеке Лада Приора. Я, разумеется, спрятал баллон, но и, видимо, люди в той посаженной машине заметили, что мы рисовали на стенах, так как немного притормозили и поехали медленнее около нас, разглядывая наши лица. После того, как она нас приехала, то резко развернулась и поехала в нашу сторону. Мы с Максом, естественно, испугались, побежали от нее вперед и повернули направо во двор. И в том дворе стояла газелька. Да, меня вдруг охватил соблазн, и я начал рисовать на ней. Но не успев дорисовать на ней, Макс заметил, что та приора уже завернула в двор, куда мы забежали с другого пути. Мы вскочили и резко побежали обратно. И перебежав через дорогу, резко спрыгнули с горочки и убежали к пруду, где нет дорог. Но на тот момент, когда мы уже спрыгнули с горки, другая приора, уже успела почти к нам подъехать и чуть нас не сбила. Но, к счастью, все обошлось, и мы убежали. Шли мы, значит, по парку к Максу. И рассуждали. После долгих рассуждений мы поняли, что, видимо, они ездят группировками и вылавливают тех, кто рисует на стенах. Вот такая недавно с нами приключилась смешная и адреналинная история. А истории будут выходить раз в неделю. Я на этой веселой нотке с вами прощаюсь. Желаю всем удачи, счастья, любви. Я вас всех очень-очень люблю. Всем удачи, всем пока.